Православный чеки. Православный тип. Я свой. А, что ты теперь розовый какой-то? Я же юки. Ну, карта, по-моему, норм. Сзади. Сзади ублюдок. Но меня заплевало вообще дерьмом. Спасите меня. Вот, пошли. Не пошел. Ну, там телек. Было чего. Кто там наверху, как ты туда забрался? Какое жалкое зрелище. Старение? Не, про то, что я с пистолета и с монтировки бываю этих ублюдков, когда у них всякие там дробовики, автоматы и так далее. Что ты долго отвечал? Ну просто я там сейчас дрался вообще. А, ну понятно, правильно. Так, кто таким перед с арбалетом, я не знаю где. Меня чуть не подстрелили. Надо подняться наверх как-то там убить. И занять арбалет. Вроде я нашел его. Поворот был не туда. Тяжелые роды. А, пол меня убил с арбалета. Интересно, сколько лет людям, которые играют в Half-Life? Первый. Наверное, наши ровесники не младше. А какие там муртады играют? Шахиды. Наш шахид, вот шахид. Вот в наше время были шахиды, а сейчас и муртады уже нет. Ни муртадов нормальных, ни шахидов, никого не осталось. Что-то у меня пинг скачет, как давление у старушки. Влад-то еще играет. А что, Влад вышел? Нет. А мы же сидим. А, я что-то и забыл. Он просто молча сидит. На православный мы же сидим. А он это... Там же, играет. Видели бы этот выстрел? Как они там, не молятся, а что делают? Молятся? Что? Намаз делают. Или как это называется, эта штука? Да, я ж не знаю деталей. Какие за шахиды? Там, короче, этот, видос остановили, водил в этом, в Сирии. Спрашивают, сколько надо ракатов сделать на мазе, а они не знают. Вот муртады. Чё, их убили? Да. Как? Они такие говорят, вы, бля, кто вообще будете по жизни? Они говорят, ну мы, бля, это как? Православные, арабские, мусульмане, типа там. Ну, типа, о чем доказывать? А чем докажете? Типа, Аллах Акбар, все дела. А, блядь, сколько там ракатов на мазе? А ну, блядь, 3-4 там, блядь. Ну, блядь, ладно, блядь, все понятно с вами. Знаешь догадку про два стула? А как их загасили, братан? Как, взяли это или замочили? Причем, как бы, самое смешное, что этот видос, они просто взяли и остановили на дороге. Просто едут мужики эти. Они просто остановились и спросили. Они говорят, ну бля, ну хуй знает. Они говорят, ну вот, блядь, хуй знает. Это не ответ. Да, это не ответ.
Кто-то все заминировал. Куда ракету пустить? Куда ракету? Ракету хочу пустить, ракету. А шо ты шают? Так что я советую вам на всякий случай, тут все-таки запомнить, сколько ракетов в этом. Вдруг там другой вопрос. А там по-разному. Там что-то 5, 4. А, там что-то утром, днем, вечером, да? Да-да-да, и каждый по-разному. А причем в последний, в ночной, там нечетное количество, может вообще любое, хоть 25. Как бы пока ты не охуеешь. А что это вообще? 25 это да? Чем могу? Как типа эти? Да. Я меня подбросил. О, у меня 951 жидки. О, это ж стырит, своль. Может мне кто-нибудь добить? Это ладно, я подорвусь на мини. Черт, мне надо было чужой. Я уже спать скоро пойду. Я пойду. Чё? Спать скоро пойдем. А сколько тебе время? Исполнился вообще. 12-16. Сегодня раз я смотрел, мы 3 часа болтали уже. Блин, для пирог есть все равно? Да чё, ты их не весело мочить, когда их много стало? Да, было много. Ой, блин. Сделай сейчас. Серьез добит. Да хотел еще фильмец глянуть кто-нибудь. Отлично. Да, вот. А? Отлично. Да, или карточный домик. Там тоже кто-то кемперет, видимо. Там постоянно кемперет. Все, пацаны, давайте я пошел плавить на лаху. Давай. Давай. Ты запомнил, что нечетное количество дал? Угу. Вот. Ну пока. Ну давай. Счастливо. Что, перекатываешься, пацаны? А, давай. А? Пожалуйста.